Мэрин показала пикантные фото с отдыха. Звезда отдыхает со своими друзьями на море и поделилась несколькими откровенными снимками. Украинская певица Мэрин, ставшая популярной после победы в нацотборе на Евровидении, снялась в купальнике. Снимки звезда опубликовала в сторис своей страницы в Инстаграм. Певица отдыхает в Дубае со своими друзьями. На одном снимке звезда появляется с парнем и девушкой, но на двух других позирует в купальнике. На одном снимке Мэрин стоит, облокотившись руками на колени, в купальнике персикового цвета и красных шлепанцах. На другом фото певица позирует в раздельном купальнике напротив окна. Снимок сделан в черно-белом цвете. Накануне Мэрин выпустила клип на свой хит «Siren Song». Также сообщалось, что певицу Мэрин обворовали в аэропорту. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.